избранным, сокрушителем зла, герой Хайрула. Сила твоего духа, воинская доблесть, не знают себе равных. Именем богини Хайлии благословляю тебя. Ни время, ни сумрак, ни на небе, ни на земле, ничто не в силах разорвать узы, связавшие высший меч и душу героя. Пусть грядущее не сломит тебя и оградит от беды, сокрушитель зла. В глубине веков рожденный. Но и театр, как будто конец света скоро. Стелла, ты же нам сам все уши прожужжал об этом древнем обряде посвящения в рыцари, так что не жалуйся. Скажу вам, не уверен я в этом парне. И что-то мне подсказывает, Зельда тоже. Дело в другом. У нее просто комплекс неполноценности. Именно поэтому она такая скованная. Thank you.